Здравствуйте, друзья! Сегодня будем готовить пирог на кефире с клубникой. Итак, начнем. Для этого добавим в нашу емкость 6 яиц. Мы их уже разбили в тарелку и сейчас выльем в нашу емкость. После добавим 2 щепотки соли. 2 щепотки мы будем отмерять кончиком столовой ложки. Далее добавим 400 грамм сахара. Они уже у нас отмерены, мы их пересыпали просто в тарелку. После чего нальем 600 миллилитров кефира. И 200 миллилитров растительного масла. И выльем это все в нашу емкость. И перемешиваем. Перемешав все ингредиенты, добавляем 10 грамм ванилина. И после этого приступаем к самому замесу теста. Добавляем постепенно муку и замешиваем тесто. Всего муки уйдет 850-900 грамм. Добавив примерно половины муки, это примерно 400 грамм, мы добавляем к нашему тесту 30 грамм разрыхлителя. Он у нас в пакетиках по 10 грамм. И дальше добавляем постепенно вторую часть муки и замешиваем тесто до консистенции примерно как на оладьи. Замесив тесто примерно до вот такой консистенции, начинаем переливать его в застеленный бумагой противень. Вылив и распределив тесто по поверхности противня, на этом этапе можно уже поставить разогреваться духовку на 180 градусов. А теперь мы приступим к добавлению в наш пирог клубники. Мы добавили клубнику в наш пирог, ушло у нас примерно 800 грамм. Раскладывать клубнику можно в произвольном порядке и добавлять ее можно произвольное количество. А теперь мы убираем наш противень в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Через 15 минут пирог уже выглядит вот так. До такой степени он поднялся. Спустя 40 минут выключаем духовку и достаем оттуда наш пирог. Как можем видеть, пирог получился хорошим, с хорошей румяной корочкой. Сейчас мы ему дадим остыть и потом будем смотреть, что у нас получилось. Итак, прошло время, мы дали остыть пирогу и вот что у нас получилось. Пирог пропекся, он получился очень мягким и очень вкусным. Вы можете видеть сами, что он очень мягкий и как там в нем выглядит клубника. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Также не забывайте про колокольчик. Всем приятного аппетита! До новых встреч, друзья!